Народный союз Эстонии, бывшая аграрно-центристская политическая партия в Эстонии, 24 марта 2012 года создана Консервативная народная партия Эстонии путем объединения Народный союз Эстонии и Эстонское национальное движение. История партия была основана 29 сентября 1994 года в Таллине под названием Эстонская партия селян. 18 октября 1999 года партия получила нынешнее название. 10 июня 2000 года произошло слияние Народного союза с Эстонским союзом земли и Эстонской партией пенсионеров и семей, в результате чего партия стала самой большой в Эстонии. Последующее слияние с партией Новая Эстония в 2003 году еще больше увеличило число членов партии. На парламентских выборах 2003 года партия получила 63 463 голоса, что составило 13% от общего числа голосов, и получила 13 мандатов из 101. Народный союз Эстонии – это аграрно-консервативная партия с тенденцией к левоцентризму. Партия объединяет в основном бывших председателей колхозов, деятелей коммунистической партии и современных хуторян. Так как многие рассматривают союз в качестве сельской партии, ему довольно трудно найти поддержку среди городского населения. Однако несколько последних лет внесли некоторые изменения в такое положение вещей. Представительство Народного союза в городах выросло, и он начал работу по привлечению русскоговорящего меньшинства. В 2005 году в Народном союзе была основана русская фракция. На европейском уровне Народный союз является членом Союза за Европу наций, но в Европейском парламенте не представлен. Первым председателем партии был Арнольд Рюсель, занимавший позднее пост президента Эстонской республики. Вилл Урельян стал председателем партии 10 июня 2000 года. Союз входил в правящую коалицию с 1995 по 1999 год и затем с 2003 по 2007, с 2003 по 2005 год они образовывали правительство вместе с партией реформ и Республика. После вотума недоверия, вынесенного правительству премьер-министра Юхана Парца и последовавшей за ним отставки, была образована новая коалиция, которой партию Республика сменила центристская партия. На местных выборах 16 октября 2005 года Народный союз увеличил свое представительство в Таллине, Тарту, Пярну и Вильянде. На парламентских выборах 2007 года получила 6 мест из 101. На парламентских выборах 2011 года партия получила 2,1% голосов и потеряла представительство в парламенте. Это была самая большая по численности членов партии Эстонии. Молодежная организация Народного союза называется «Молодежь Народного союза». Официальный печатный орган партии называется «Хулиф Исти».